Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Сия же есть жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Отче, пришел час. Все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Руки твои предаю, дух мой. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.